на втором этаже в палате. Эвакуировано 54 человека. Внутри осталось 3 человека. По легенде учений, возгорание произошло в одном из помещений эндокринологического центра, расположенного на территории Республиканской клинической больницы. Трое пострадавших покинуть здание не смогли. На помощь пришли больше 30 спасателей и 9 единиц пожарной техники. С помощью автолестницы удалось спасти одного человека. Двоих вывели через спуски снаружи здания. Всех пострадавших тут же осмотрели медики. Для того, чтобы спецтехнике ничего не мешало передвигаться, дежурили экипажи ГИБДД. Они временно перекрыли проезд для остальных автомобилистов. В рамках условного пожара личный состав гарнизона отработал практические навыки. Произошло загорание условно на втором этаже в палате. Площадь пожара составила 56 квадратных метров. В ходе тушения пожара личным составом Уланского пожарно-спасательного гарнизона задачи по спасению людей и тушению условного пожара выполнены. Отработка действий личного состава на таких объектах важна еще и потому, что в числе пострадавших могут оказаться маломобильные люди. А здание имеет пустотные перегородки и деревянные перекрытия, потому пламя может распространиться молниеносно. Ася Касьянова, Новости дня.